один из лучших джазовых пианистов России Сергей Жилин и его фонограф «Джаз-трио» выступят с программой «Чайковский in Jazz» 27 июня в 19:30 в культурном центре ЗИЛ в Москве. На концерте вас ожидает мелодии Чайковского в интерпретации метро-джазовой музыки, безупречное исполнение виртуозных джазовых импровизаций на рояле, ударных и бас-гитаре. И все это в формате встречи добрых друзей. Погрузитесь в атмосферу настоящего джаза на концерте Сергея Жилина и фонограф «Джаз-трио» 27 июня в 19:30 в Москве.